Народ! Что, не слышно, когда я так кричу? Они, наверное, увлечены чем-то своим. Под нами бежит речка Айт. И водопад, который мы слышим, у кого-то зрение очень хорошее, может быть, увидит воду. Видит кто-то воду? Да. В уголочке. Чтобы понятно было, что такое наша вода. Вот было немного дождей в этом году и совсем немного снега на самом севере. Поэтому еще можно услышать. Может быть, где-то у нас в программе еще один водопад. Может быть, там увидеть лучше. Слышать мы слышим. Водопад есть, вода есть, зелень, так как положено, там, где есть вода, вот она, вся внизу, а сверху вот эта равнинная. И пошла эта вода к озеру, а я хочу еще обратить ваше внимание, верхняя кромка как бы этого разлома. Смотрите, какие вертикальные шестигранники. С одной стороны вот на том берегу и на нашем, с моего места видно. Вот так природа складывает, когда, например, очень хорошо, если вы возьмете дома и мыльные пузыри попробуете выпускать. Знаете, о чем речь, да? Мыльные пузыри. Как эти пузыри друг с другом укладываются? Они укладываются в шестигранники. Это природное вот такое свойство имеет разные материалы. Складывается в шестигранник. И подобных шестигранников и целых линий из них сложены, можно на Голанах увидеть множество. Значит, один из водопадов на голландских высотах, водопад Айт. Возвращаемся, вы слышали?